Вести Ульяновск в прямом эфире телеканала «Россия». В студии Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите в выпуске. Трамвай и троллейбус подорожают. Ульяновцам придется привыкнуть к новым ценам, новым маршрутам и новому времени. Там, за бордюрами и незаконным парковкам боя, городская администрация напоминает автолюбителям о правилах стоянки. Ледовое побоище. Ульяновская «Волга» встречается с «Динамо» Москва. Каков исход игры, расскажем в выпуске. Проезд в ульяновских трамваях и троллейбусах подорожает с 1 декабря. Стоимость билета составит 17 рублей или 16 рублей по электронной карте. Чем обосновали повышение тарифа городские власти и кто сможет сэкономить на проезде в общественном транспорте, сегодня выяснила Кристина Агафонова. Уважаемые пассажиры, информацию об измененных маршрутах узнавайте на информационных плакатах в салоне троллейбуса. Ориентироваться пассажирам помогают прежде всего сами водители. Для удобства здесь сокращают интервалы движения электротранспорта, корректируют и сами маршруты. Пока работа троллейбусного парка идет в тестовом режиме. Пока на данную конечную станцию приходят три маршрута – 12, 14, 15, 24 троллейбуса. А со следующей недели по просьбе жителей микрорайона будет возвращен маршрут номер 9. Также на маршруте 18 будет увеличена продолжительность работы и сокращен интервал движения с 25 минут до 13 минут. Однако привыкать придется не только к новому времени, но и новым ценникам. Уже в декабре проезд в трамваях и троллейбусах подорожает на 3 рубля. Городские власти поясняют, мера вынужденная. Неизменным тариф держался последние 3 года, в то время как цены на электроэнергию и запчасти для подвижного состава, напротив, росли. Пассажиры к ситуации относятся с пониманием и пересаживаться на другой вид транспорта не спешат. Все равно буду ездить, потому что на трамвае намного удобнее. Меньше суеты. Сел, каждая остановка, он останавливается и едет спокойно себе. Никаких движений лишних. Для льготников как федерального, так и регионального значения тариф останется прежним. Сэкономить на проезде смогут и обладатели электронных карт. Причем билет будет действовать не на факт поездки, а на время пользования. Стоимость проезда за наличный расчет будет составлять 17 рублей, за безналичный рублей – 16 рублей. То есть и срок действия этой поездки будет составлять 60 минут. То есть при заходе и подведении электронной карты к валидатору, при пересадке с одного трамвая на другой, если не прошло время 60 минут, то есть деньги списываться не будут. Приобрести электронный билет можно будет в РИЦ. В Ульяновск Электротранс также рассматривают возможность распространения таких проездных через кондукторов. Все изменения вступают в силу с 1 декабря этого года. Кристина Агафонова, Александр Абрамов, Вести, Ульяновск. Промежуточные итоги проекта «Народный бюджет» подведены на заседании Совета представителей народа под руководством главы города Сергея Панчина. В следующем году своей реализации ждут 8 инициатив на общую сумму 15 миллионов рублей. О том, что уже сделано, в нашем репортаже. Открытость предложений – главный принцип народного бюджета. На поддержку инициатив жителей всегда обращал особое внимание губернатор Сергей Морозов. В этом году в Ульяновске реализовано 13 проектов. Самым инициативным оказался железнодорожный район. Все, что сделано, можно увидеть своими глазами. Комиссия регулярно выезжает на место и проверяет исполнение инициатив. Предложение, конечно, исходит от самих жителей города. Простые жители сидят в зале, предлагают свои какие-то проекты. Благоустройство. Много по благоустройству было проектов интересных, и мы можем сейчас их потрогать, пощупать. В принципе, это все есть в городе, в наших дворах. Озеленение – тема, которая волнует практически всех членов Совета. Сделать город экологичнее и красивее призвана акция «Посади и вырасти свое дерево». В этом году в областном центре высадили более 4000 саженцев, деревьев и кустарников. Большая работа проделана в заволжских парках и скверах. По парку Прибрежному мы принимали участие по благоустройству. Это проводили неоднократно субботники, практически все лето вывозили мусор оттуда своими силами, привлекали общественные организации, граждан, жителей микрорайона. Пригородные территории также благоустраивают на средства народного бюджета. В селе Кувшиновка в следующем году планируют восстановить парк «Добрый ключ». Я первый раз увидела село Кувшиновку, куда меня привезли, и мне так захотелось. Там 5 родников чистой воды, но они все пока в таком виде, в заброшенном, что их нужно обязательно чистить, эти роднички, и дать им жизни. Потом нужно обязательно арку
при входе в этот парк. И обязательно поклонный крест. Народный бюджет – это часть городской казны. В 2016 году 67% которой отвели на социальные нужды. В 2017 на потребности населения будет работать уже 70% бюджета областного центра. Это тоже очень серьезная заявка. То есть это практически народный бюджет на выполнение тех наказов, вопросов. Мы подтверждаем сегодня, что мы 400 с лишним миллионов рублей направляем на выполнение указа президента Российской Федерации майских 2012 года. А майские указы 2012 года, вы знаете, тут и жилье, тут и строительство детских дошкольных учреждений, и культуру, и физкультуру. Здоровое питание дошкольников, оборудование камер видеонаблюдения на дворовых территориях, благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях – это лишь малая часть того, что предстоит выполнить по предложению жителей города. Наталья Степанова, Вести, Ульяновск. Незаконным парковкам бой. Сегодня городская администрация в очередной раз напомнила автолюбителям о правилах стоянки. В Заволжье сотрудники управления административно-технического контроля зафиксировали факты нарушения закона, а также рассказали, куда могут пожаловаться жители на нерадивых автовладельцев, рассказывает Ирина Силкина. С каждым годом число автовладельцев растет, любителей парковаться у своего дома тоже, а дворы, как говорится, не резиновые. Вот и забираются автолюбители за бордюры, на газоны и даже на детские площадки. Ни сесть негде, ни лавочки поставить, ни столик, ничего, одни машины. Сколько елок сажали, деревьев сажали, все выкатывают. Ночью приезжают, они же не видят, что вот, все сломали, все, трава вся, сколько траву засеивали люди. Все, выкатали, одна грязь. Грязь и выбоины. Вот. То ли дело санкционированные парковки. Тут тебе и охрана, и личное зарезервированное место прямо под окнами. Вышел утром и поехал на работу. Я жила раньше в другом доме. Приходилось тоже ставить на платную парковку далеко от дома, а здесь очень удобно. Когда рядом с домом, охраняется, не беспокоишься за безопасность своей машины. По просьбам жителей тут и чистят, и убирают. Недавно перешли с ночного режима на круглосуточный. Кроме того, система постоянно совершенствуется. Для удобства установили будку охраны, видеокамеры с качественным, хорошим видеовыходом, электрошлагбаум. В данный момент в шлагбаум будет вмонтирован GSM-модуль, с помощью которого жители будут управлять шлагбаумом звонком телефона. Подобное чудо можно совершить не только на территории новостроек, уверены в городской администрации. В Ульяновске уже немало примеров того, как сами жители организовали достойные парковочные места в пределах внутридворовых территорий. При том, что это и устраивает большинство жильцов, и не выходит за рамки закона. Вся кампания против несанкционированных парковок с рейдами и штрафами направлена именно на это. – С начала 2016 года составлено почти 600 протоколов. Результат ощутимо имеется. Уже в нескольких дворах города Ульяновска была, как я ранее сказала, проведена реконструкция, расширены парковочные места, где-то расширены проезды с целью, чтобы машины можно было ставить вдоль проезжей части. По словам представителей городской администрации, любой житель может помочь справиться с наболевшей проблемой парковок. Достаточно позвонить на телефон горячей линии 410695, и специалисты профильного ведомства приедут и зафиксируют нарушение. А дальше виновного ждет судебное решение. Ирина Силкина, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Сегодня музей имени Юрия Горячева обрел новую прописку. Раньше музей размещался на базе объекта культурного наследия «Теремок». На днях он переехал в новое помещение, которое отстроили по соседству. Подобный расклад позволил разместить большее количество экспонатов. Коллекцию личных вещей, к примеру, пополнили телефонный аппарат, радиоприемник советской эпохи и даже стакан, из которого Юрий Фролович пил чай. В дар музеев передал Ульяновский район. 40 лет ведь прошло, они сумели сохранить вещи с его стола, которые у него были в райкомпартии. Плюс мы очень большую работу провели, архивную. Здесь много добавилось, много фотографий. Мы нашли фотографии членов бюро райкома, членов бюро обком комсомола. То есть тут очень много интересного. У нас есть большая задумка и мечта с губернатором к 80-летию Юрия Фроловича открыть. У нас в Ишеевке мы открыли памятник уже. Открыть в городе Ульяновске. А эта надпись на стене стала визитной карточкой музея. Особенно памятны слова «Мы ведь придем и уйдем, Россия будет жить вечно». Открытие музея совпало с очередной годовщиной со дня рождения первого главы региона в новой истории России. В памятную дату здесь собрались соратники Юрия Фроловича.
Изучая его биографию и работая с ним рядом, понимаю, что этот человек умел создавать команду, умел заставлять работать эту команду на единый результат и доверять этой команде. С 1 декабря музей будет работать по вторникам и четвергам. Время посещения с 10 до 14 часов. Вход свободный. От физической подготовки до выживания в экстремальных условиях, от патриотизма до социализации. Все это можно смело сказать об известном в Ульяновске проекте «Остров отважных». Каждый год сотни ребят из детских домов отправляются на остров Согласия, что в Меликесском районе, чтобы испытать себя. Автор, создатель и бессменный руководитель проекта Фарид Минибаев. Однако для ребят это имя значит много больше. Для меня он уже как учитель, наставник. Он не просто руководитель для меня, потому что я с ним провел 7 лет. Он просто мастер своего дела. Все. Сегодня в торжественном зале Дома музея Ивана Гончарова чествовали лучших островитян и ребят, и организаторов, тех, кто показал свои лучшие качества в прошлом сезоне. Но ожидал их и небольшой сюрприз. Фарид Минибаев приоткрыл завесу тайны и рассказал, что ждет летом 2017-го. Первые две недели – это усиленные тренировки. Во вторую неделю – это, скорее всего, я раскрываю секреты уже, получается. А не хотелось бы этого делать. Ну что же, у меня за язык-то дернули, скажу. Вторая неделя – это будет соревновательная программа по общим видам спорта. А третья неделя будет посвящена целиком и полностью прохождению дистанции боевого знакомства, по результатам которой будет и определяться победитель. Но она будет серьезнее, чем на острове. Место следующей дислокации островитян пока держится в секрете, но желающих поехать уже предостаточно. Ведь те, кто были на острове однажды, всегда хотят вернуться туда вновь. Сегодня ульяновская хоккейная «Волга» в очередной раз порадовала своих поклонников. Матчи чемпионата страны она принимала столичное «Динамо». Некогда грозная московская команда в нынешнее межсезонье сильно омолодила свой состав. И многим игрокам «Динамо» просто элементарно не хватает опыта. Уже к 15-й минуте «Волга» трижды наказала бело-голубых за просчеты в обороне. Правда, после этого гости сумели навести порядок в своих оборонительных редутах. И следующего забитого мяча пришлось ждать целых 53 минуты игрового времени. Зато начиная с 66-й минуты мячи посыпали с ворота «Динамо», как из рога изобилия. Окончательный счет 9-0 в пользу «Волги». Мог быть и 10-й гол, но голкипер столичной команды отразил пенальти. Очень приятно, что на ноль отыграли, в принципе. Игра все равно тяжелая такая. Я бы не сказал, что может там 9, разница такая большая. Тяжело, конечно, после двух игр играть. Ну что делать? Жизнь, надо играть. В принципе, моменты у них были, угловые. Где-то хорошо сыграли, где-то они, может быть, не очень удачливые были. Завтра, 12 ноября, соперники проведут повторный поединок. Согласно регламенту, в этом сезоне команды играют спаренные матчи на первом этапе чемпионата страны. Начало субботней встречи в 13:00. Место – «Волга Спорт Арена». Это была последняя информация в выпуске. Я желаю вам приятных выходных. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Температура воздуха ночью и днем по области -2, +3, в Ульяновске ночью -1, +1, днем от 0 до +2, на дорогах гололедица.